Зал бурлит. В ПТУ новый фильм о войне. Выступать ветерану предложено мне. Разговор про войну, но поймут ли, поймут, что сумею сказать я за 20 минут. Я, волнуясь, гляжу в переполненный зал, я читаю стихи, что на фронте писал. Нелегко молодым о войне рассказать, как им горе и тяжесть ее передать. И сквозь гул я иду в тот последний бросок, капля пота свинцом обжигает висок. Гул затих, и вошла властно вдруг тишина. В школьный зал ворвалась грозным эхом война, и глаза напряженной тревогой горят. Посуровели лица притихших ребят. Повзрослевшие парни глядят на меня, словно мы, молодые, пришли из огня. И сквозь замерший зал я устало иду, словно выиграл бой в 41-м году.